На дворовой территории 2-го и 3-го домов по проспекту Ленинского комсомола сразу и не поймешь, что происходит. Играет музыка, веселятся дети, и только взрослые задумчиво сидят за партами. В таком формате проходила новая акция Госжилинспекции Московской области «Школа ЖКХ нашего двора», где у мальчишек и девчонок долгая переменка, а у родителей процесс обучения. В роли учителей сотрудники управляющей компании, они отвечают на вопросы жителей, подробно разъясняя каждый момент. Такие праздники, конечно, хорошо бы проводить почаще. Этот праздник устраивает правительство Московской области. Здесь на этом празднике присутствуют все службы. Это представители ГЖИ, это представители управляющих компаний, представители мусоровозящих организаций, представители администрации. Ну и, соответственно, приходят все жители, задают вопросы, наболевшие. В таком формате акция проходит впервые. На свежем воздухе обсуждение вопросов идет более непринужденно. Пришла квитанция за мусор там за полгода, вот, сразу. И, ну, в принципе, ну, они полностью ответили на наш вопрос. Потому что, как бы, несогласованность была и ЖКХ, там, и компания, вот, которая предоставляет квитанции. Акцию посетили глава муниципалитета Валерий Венцель и глава города Видное Моисей Шамаилов, которые ответили на вопросы жителей. Моисей Исакович отметил эффективность школы ЖКХ. Я считаю, что людям надо давать разъяснение. Многие даже не всегда понимают, оплатить, не платить. Мусор, и что это такое региональный оператор. Ну, много вопросов, понимаете. Очень часто мы... у нас у всех не доходят руки где-то что-то поизучать. А так вот пришли в одном месте, все объяснили. Школа ЖКХ нашего двора аттестатов об образовании не выдавала. Зато обеспечила детям и взрослым хороший отдых с возможностью обсудить насущные вопросы. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Елена Кошлева, Видное ТВ.